год, 21 сентября, отмечается Международный день мира. В этом году 28-я школа решила устроить флешмоб, в котором приняло участие 210 человек. Это 7 третьих классов. 28-я школа решила выбрать желтый цвет, чтобы придать яркость и позитив такому осеннему дню. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда. Доказать людям, чтобы не было войны. Мы ученики 28-й школы «За мир во всем мире». Против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек. Пусть всегда конечно, не могут повлиять на дела взрослых, но свои акции они хотели привлечь внимание к этой проблеме и хотели сказать, что они желают только мира на земле, и только в мирное время будет хорошая жизнь у каждого. Вот и мне достался кусочек солнца, и я думаю, что этот день запомнится детям точно так же, как и мне, потому что он выдался удачным и позитивным.